Добрый день, уважаемые зрители! Хотел бы обратиться к вам с таким посланием. Сегодня освободили из-под стражи Надежду Савченко. Я могу поздравить ее поклонников и единомышленников с этим событием. Но еще дело не закрыто. Это лишь изменение меры пресечения. Но это большой шаг для них. На наших глазах рушится система, которая держала все под контролем. Еще не прошли выборы второго тура, а уже система дает огромные сбои. Убегают люди с команды Порошенко. И самое главное событие – это освобождение Рубана и Савченко из-под стражи. На наших глазах происходит смена вектора внутренней политики. Но я хотел бы предупредить, мне кажется, назревают какие-то события очень страшные. Мрачная ситуация в стране, мрачные краски вырисовываются. Это, мне кажется, затишье перед какой-то огромной бурей. Хотел бы ошибаться, но это, мне кажется, это будет так. Что-то темное готовится в Украине. Нам всем нужно быть начеку. Еще раз предупреждаю, будем все начеку. И хранит нас Бог. А поклонников Надежды Савченко и ее единомышленников еще раз поздравляю с этим событием. Будет интересно наблюдать за дальнейшими шагами Надежды Савченко на воле. Ее речами, поступками и событиями, связанными с ней. Спасибо за внимание, и пусть хранит нас Господь от всяких бед и нашу страну.